Одинцовские лесники рассказали о деятельности в летний период 2021 года. Площадь земель лесного фонда Звенигородского лесничества составляет более 96 гектаров в границах Одинцовского и Русского городских округов. Пожароопасный сезон 2021 года проходил сравнительно спокойно. Как обычно, основное количество пожаров пришлось на весну, на период между сходом снежного покрова и появлением зеленой травы. Всего с начала года на территории Звенигородского лесничества возникло 8 лесных пожаров на общей площади немногим более 10 гектаров. Оперативно предотвращать их позволяет четырехуровневая система мониторинга.